Этот день для многих один из самых волнительных в году. Встреча с любимыми учителями, старыми друзьями и первой любовью. У каждого своя школьная история. Но все рано или поздно заканчивается, и после выпускного все разлетелись кто куда. Но этот день, на удивление, снова собирает всех вместе. Здравствуйте! Мы искренне рады, что сегодня мы все вместе здесь собрались. Школа, где прошли школьные годы, моя школа, вот у нас учителей всегда вызывает самые светлые, самые добрые чувства. Для учителей этот день тоже особенный. К ним в гости приходят те, кого на протяжении 11 лет они обучали не только наукам, но и жизни. Традиционно на сцену по очереди приглашали выпускников юбилейных лет. Каждый выход занимал немало времени. Все хотели сказать в адрес любимых учителей слова благодарности. В жизни каждого из нас был первый шаг и первый класс. Уроки пестрой чередой, и первый вальс, и выпускной. Как беззаботно все мы жили, какими мы смешными были. Дурачились на переменах, писали надписи на стенах. Сейчас, конечно, мы другие, солидные и деловые. Но все, что знаем и умеем, от вас, конечно, мы имеем. На такие праздники принято дарить подарки учителям в школе. Но самый незабываемый подарок дарит сама школа. Это те знания, которые дают учителя, и теплые воспоминания. Спасибо, школа! Спасибо вам, учителя!